Шановні котовці, я маю на увазі членів і членів-кореспондентів нашого клубу КУТ, клубу одеських телеглядачів, і ті, хто до них приєднується і розмірковують, чи не стати їм таковими. Я привітаю вас, маю привітати від імені нашої творчої групи, влаштовуєтесь зручніше в нашому розпорядженні «Академгодина». А хто вперше бачить, чує, ви отримуєте інформацію вичерпну і виразну з такого невеличкого інформсюжету. Кожному, хто є справжнім телеглядачем, на честь 60-річчя одеського телебачення. Наша філія НТКУ засновує КОТ – клуб одеських телеглядачів. Хто може бути членом і членом-кореспондентом цього незвичайного клубу? Хто буде його президентом? Які в них права та обов'язки? Як і про що розповідало одеське телебачення за ці 60 років? На ці та інші телепитання відповіді щосуботи о 13:00 в клубі одеських телеглядачів. Зрозуміло. А сьогодні в суботу ми працюємо в прямому ефірі, якщо у кого будуть якісь пропозиції, запитання, отводи, як кажуть в інстанції. Будь ласка, телефонуйте. Я це підкреслюю, бо йдеться саме про прямий ефір, а ви можете дивитися це вдруге завтра у неділю о 15-й годині. Там вже буде запис, там вже телефон не спрацьовує. Що стосується людини, яка зробила нам сьогодні честь, то невеличкий вступ. Колись, наприкінці 50-х, я вважав, що буду з часом славетним митцем живопису, графіки, і таке, може, і скульптури, і прикладного мистецтва, і монументалістики. І навчався в Одеській державній художній школі при славетній Грековці. І там я познайомився з Сашою Токаревим, який також там навчався. Ну, склалося так, що я займаюся дещо іншим, хоча це суміжні якісь цехи. А нам сьогодні зробив честь Олександр Віталійович Токарєв. Олександр Віталійович, хто не знає, знаєте, заслужений діяч мистецтв України. Він професор кафедри дизайну МГУ, Міжнародного гуманітарного університету. Для початку, Сашко, маєш змогу привітатися з глядачами. Якими словами? Взагалі привітують, обично привітують. Говорять, желають здоров'я, щастя і все таке. Я можу сказати тільки наступне, що завжди виступаю на телевізорі, я розумію, що я звертаюся до нашим любимим согражданам, к одеситам, прежде всього. Я безумно люблю этот город, як і ти, как и многие наши телезрители. И вот сегодня поэтому мы говорим об одном очень знаменательном событии, которое произошло 60 лет тому назад. Это зарождение Одесского телецентра, Одесского телевидения. Я, насколько знаю, то появилось немножко все раньше. То есть пробовали, экспериментальная студия работала на базе и была построена энтузиастами Института связи. Это так где-то 52-й год, насколько я знаю. Вот. И там люди, которые инженеры, которые смотрели вперед, фантазировали, представляли себе будущее этого великого дела, хотя видели это с инженерной точки зрения и с научной. Вот они первые сделали экспериментальные передачи. Там же студенты сами и вели эти передачи, насколько я знаю. Я лично не видел их, у меня телевизора тогда даже близко не было. А у кого был тогда? По-моему, был у Синицы, это был первый секретарь обкома партии. Михаил Сафронович. Да, он мой сосед был, кстати, я на Петра Великого жил, он на Пастера. Ну, ты к нему не заходил на телевизор, нет? В дом, я его хорошо знал, у меня на углу просто. Вот. Но тещин мост, кстати, построен, ну, да. Знаменитый. Это как раз переход от тещи его к его дому. Вообще об истории телевидения нашего одесского сказано уже много. Тут, собственно говоря, были и те профессоры, и те академики, которые тогда были студентами или младшими научными сотрудниками. Их энтузиазмом все зародилось. Конечно, это была физика. Это был просто фокус передачи. Из комнаты в комнату, дальше дело не шло. А вот что касается того, о чем они не могли сказать, о чем кроме тебя никто, собственно, не расскажет. Вот эта самая штука, вот этот ящик с экраном в твоей жизни.
Ну, первый раз я познакомился просто со студией. Я ходил со школы каждый день. В школу и со школы мимо первой нашей студии на Соборной площади. Мимо окон, вот, которые на первом этаже были. Поэтому как бы я имею прямое касательство к истории в этом смысле. Я никогда в жизни не подумал бы, что я когда-либо буду связан вообще с кинематографом или с телевидением. Но так оказалось, что самым прямым образом связан теперь. И первым директором был Кривохатский Игорь, который работал, кстати, у нас в кинофонде, в Союзе кинематографистов. Он член Союза кинематографистов. Да, он член Союза был, да, вообще очень интересный и оригинальный человек на самом деле. Нелли Степановна Харченко была первым диктором. Они приняты по приказу в один день, насколько я знаю. Приказ номер один. Да, приказ номер один Министерства СССР связи. Вот. И я был знаком, знаком до сих пор с Нелли Степановной. Тоже интересное такое как-то само по себе событие. Я с ней некоторое время каждый день обедал в ресторане «Красный», когда мне было лет 9-10. Ты с детства по кабакам, что ли? Нет, просто у меня мама была очень занятым человеком. Я приезжал после школы к ней на работу. И там нас было двое в зале. И она садилась ко мне. Кстати, она со мной познакомилась. Она видела, что сидит мальчик, в общем, довольно благообразный. И мы так познакомились. Из приличной семьи. Да, что, то, что в Одессе называлось приличной семьей. Кстати, ближайшие твои предки, маман, папа, они же художники. Художники, да. Мама скульптор, отец известный художник. В Одессе есть такое место, где можно и сейчас посмотреть. Два даже таких места. Вот. Ну, самый известный из них – это роспись плафона во Дворце моряков на Приморском бульваре. Это вот плафон знаменитый. Он один из авторов этого плафона. Это знаменательное такое сооружение, очень известное. В свое время было выдвинуто на Сталинскую премию. Вот, но, к сожалению, со смертью Сталина не получил премию. Хотя выдвинуты были и точно бы получили, потому что единственный от Украины, кто был. Умри, товарищ Сталин, чуть-чуть позже. Да, чуть-чуть не повезло. Но сама номинация тоже дорогого стоит. Там замечательные художники участвовали в этом проекте. Вот, сейчас... Вообще Токаревых много в изобразительном искусстве, да, даже много. В Одессе. Да, даже в Одессе, да, и часто нас путают. Есть замечательный скульптор, мой друг Александр Токарев, вы знаете его, вот памятник Пушкину, Вере Холодной, там, скульптуры и так далее. Много работ очень. Вот. А Александр Филиппович директор? Александр Филиппович – это очень близкий мой друг, что называется, с художественного училища, но мы не родственники. Однофамилец, да. Так же, как и Александр Петрович. Погоди, а вот это комиссары, вот эти полотна? Это Вячеслав Васильевич Токарев. Мы не родственники, но отец мой дружил с ним, они вместе учились. И Токарев Александрович, тоже Любовь Осиповна. Как она мне как-то сказала, Любовь Васильевна, меня все время спрашивают. Говорит, говори, что мы родственники, и все будет просто. Ну, а мама твоя ведь работала в художественном фонде, да? Да, в художественном фонде, да. Поэтому у тебя всегда в детстве было много хороших кистей, колонков. Да. А у нас не было. Ну, поэтому я стал художником, а ты стал. Могу признаться, что дело прошлое, в общем, за давностью лет, наверное, простительно, мы у тебя тырили эти кисти, у тебя в этюднике они вот так лежали, да. И такие были красивые, такие были большие. Китайские, маленькие, кстати. А? Китайские, кстати. Китайский колонок, да, и белка. А у нас, конечно, ну что, в Бумсбыте покупали там вот эти кисточки для клея. Я в этом смысле могу рассказать такой простой анекдот, что не важно, что вы покупаете в подарок, все равно это будет китайского производства. И где вы покупаете? Понятно. Вот. Но, тем не менее, ты ведь все-таки... ну, ты ведь до этого еще училище заканчивал грековское, да? До чего до этого? До ВГИКа. До ВГИКа, конечно. Да. Вот. Так что все это было связано... А в училище отделение какое было? Отделение тогда называлось преподаватель рисования и черчения, ПРЧ. Ну, оно ведущее отделение было. Ну, бывшее живописное. А поехал ты все-таки не в академию, поехал ты все-таки во ВГИК. Нет, я поехал в академию. Я поступил в академию. Имени Репина, но в то время, в тот год инспектировал Академию художеств Прибалтики академик Богданов. Это кинохудожник, вы все знаете фильм «Война и мир», «Хождение за три моря», «Гусарская баллада». Он один из сопостановщиков Мясникова и Богданова. Это два художника.
Мы видели его этюды к этим фильмам и эскизы. Зарисовки. Это очень интересно. Да, он и график необычный, и живописец. Главное, что он кинематографист очень крупный, действительно. Фильмы, которые, так сказать, перечисляют, можно до бесконечности, это замечательные фильмы, картины. И вот он увидел мои домашние работы, он предложил, говорит, а ты не хочешь поступать в ВГИК? Я говорю, я никогда не думал об этом. Потому что документы у меня здесь. Ну, на художественный факультет. Но я поехал, тем не менее, сел на поезд, поехал в Москву. Он договорился, позвонил, я сдавал. Там был добор, они не добрали людей. Это у них такая практика интересная. Это единственный вуз в стране, который мог не добирать по качественным показателям. И при том конкурс был бы довольно большой, насколько я знаю. Конкурс там фантастический, но вообще это учреждение, наш факультет, выпускал 10-12 человек в год. Все. На весь Советский Союз и за рубеж. Поэтому конкурс можете себе представить, какого уровня. Ракша с тобой учился, да? Нет, Ракша нет, не со мной. Он раньше намного, он старше намного. Юрий Ракша, да. Спокойно, прекрасно тоже. Художник. Потрясающе. Вообще школа хорошая там, да? А, собственно, чем вы отличались от академии? Ничем. Больше всего скажу, что я участвовал в всесоюзных выставках, имея еще студенческими работами. Это говорит об уровне, на самом деле. Вот. И больше... преподавательский состав там был серьезный, да? Ну, профессоров было больше, чем студентов. Как у нас говорили, это не шутка. Его еще называли историческим факультетом, поскольку мы история материальной культуры, история искусства, история кино, история костюма, история КПСС. Тем не менее, это еще и прежде всего, наверное, просто художники, живописцы. Безусловно. Это очень высокого класса преподаватели, которые известнейшие художники сегодня. И очень многие известнейшие художники закончили ГИК с мировым именем, которое... Вот, достаточно сказать, вот, например, Илья Глазунов поступал в ВГИК, не поступил. Я его как-то спрашивал, по каким мотивам. Он говорит, я понял, это не мое, мне так сказал. Я знаю другую историю немножко. Вот, но... Хотя его полотна тяготеют к постановочным каким-то... Да, они монтажные. Они сделаны по принципу монтажа и такого коллажа даже где-то. У него кинематографическое мышление, он мыслит полиэкрана. Это видно по его работам. Вот давайте попросим Юру Брославского, нашего режиссера-постановщика, дать фрагмент один из многочисленных или бесчисленных фильмов, в которых Александр Витальевич был художником-постановщиком. Но кстати, не... этот фильм нас опять в очередной раз свел, потому что там я тоже ударил кистью пару раз. Прошу. Было. Друзья мои, судьба распорядилась так, что от всех нас, каждого из нас, находящихся сейчас здесь, зависит наше будущее. Сейчас продлится прямая трансляция, и вся страна увидит наш зал. У нас осталось, может быть, всего несколько минут демократии. Давайте воспользуемся этими минутами. Товарищи, вот объявление, с которым обращается оргкомитет нашего праздника. Боже, что он делает? Даже всех пересажает. Но почему все всегда начинается с интеллигенции? С кого еще начинать? Граждане! Отечество в опасности! Вы губите себя своими руками! Разве мало нам крови? Вы хотите, чтобы все повторилось сначала? Вы сами будете в этом виноваты! Мы с вами! Не дайте себя обмануть! Ну что вы стоите, как бараны? Пауза! Ради бога, не надо вмешиваться в политику! Побегом! Ты встал!
разговор. Ну как там у вас дела? Москва, у нас все в порядке. А вы постарайтесь теперь без сюрприза. Постараемся. Ага. Мы постараемся. Ну, собственно, так вырванный из контекста, он сам по себе любопытный этот эпизод, и мастерски, в общем, разыгранный и сделанный, но надо заметить, что когда вышел этот фильм, он же при Советском Союзе вышел, да? Да. И потом сразу случился переворот, и говорили, что вы с Павловским там накаркали. Да, да. Что-то вот роковой какой-то фильм получился. Его показывали, кстати, всем депутатам Верховного Совета потом, России, имею в виду. Вот, он его показывал, специально рассматривали этот фильм, возили в Москву и так далее. Интересное было впечатление и представление. Очень многие люди осторожно отнеслись. Так как по тем временам это было, в общем, не принято так. Я про этот эпизод могу сказать интересную вещь. В сценарии был написан театр. Мы когда посчитали, ну, стали рассуждать, как, где снимать, может, во Львовском театре, в Одесском. Очень дорого сама по аренде эта вещь. И когда читали режиссерский сценарий, у нас с Шуриком Павловским был такой принцип, мы садилась вся группа, читали сценарий, люди свои идеи выдали. И вдруг у меня как замкнуло, говорит, какой театр? Цирк. И все легло тут же. Шурик, он моментально работает. Да, говорит, конечно, цирк. Одесский цирк в то время простаивал, не было своей труппы, ничего, и аренда была спокойно, мы снимали нормально, в прекрасных условиях. Хорошая мысля, и в кино тоже приходит опосля. Но вот, например, у зрителей едва ли возникнет вопрос, а что, собственно, делал там режиссер-постановщик, что делал второй режиссер, что делал оператор-постановщик. А вот вопрос, а что делал там профессиональный художник с высшим всесоюзным образованием? Что он там делал, собственно говоря? То же, что и во всех фильмах. Все, что вы видите на экране, делает художник на самом деле. Я когда слышу в рассказах многих актеров, мы ездили с режиссером, выбирали натуру, еще что-то. Никогда не верьте этому, это кинематографические сказки. Этого просто не может быть. Бывает, что режиссер выбирает натуру с художником и с директором картины даже без оператора. Потому что это связано с глубинным прочтением сценария, с трактовкой изобразительной. Оператор – это профессионал, который должен снять то, что уже решено. Придуманные образы, прием, стилистику должен принять эту, всосать в себя и ее выдать потом на экран. Это очень высокого класса профессионалы, поэтому сейчас такие оплаты огромные у операторов. Я не буду, чтобы не волновать зрителей, называть эти цифры. И не волновать наших операторов телевизионных. Да. У них поскромнее оплаты. Потому что они входят теперь в международные ассоциации операторские, и это очень помогает. Это профессионально правильно сделано. То есть кино сначала рисовалось, а да. Потом уже снималось, да? Да, да, да. Кстати, вот первое, я знаю, с какой жаждой как бы впитывали первые эскизы, любые режиссеры, с которыми я работал, они впервые могли увидеть то, что они писали, то, что было перед их внутренним взором. А вдруг такой полигон, эскиз к фильму. Там решены образы, характеры уже, мизансцены даже. На самом деле, когда ты строишь декорации, ты должен абсолютно понимать, как это будет сниматься. И режиссер должен понимать. И эскизы к фильмам, они в дальнейшем... Просто произведение изобразительного искусства, да, которое может выставляться. Они выставляются до сих пор на всех выставках, на передвижных. Да, сами по себе. Мало того, они приобретались раньше, у меня многие эскизы куплены, дирекция выставок. Вот, и поэтому... А это твоя собственность или собственность киностудии? Нет, это моя собственность. Эскизы киностудии не принадлежат. Понятно. Но там ведь это же сочетание жанров киноэскиз. Там портрет обязательно, там интерьер или пленер, да? Там, собственно, все в этом эскизе. Даже ну вот скажу тебе такой... Да, абсолютно верно, это абсолютно разные жанры. Но вот я скажу из жизни случай. Ты знаешь, что моя жена, она художник-постановщик. Лариса. Да, Лариса. Художник-постановщик знаменитого фильма «Три мушкетера», такого уже культового фильма. Вот. И когда написала один из эскизов, и там главный герой Д'Артаньян, совершенно случайно, ну, так прочувствовался образ. Стал похож на Михаила Боярского, который не пробовался до этого на эту совпадение. Роль. Совпадение. Вот. И Абдулов пробовался на... И когда Хилькевич увидел эскиз, говорит, ну, конечно, говорит, это же Боярский. Все. Решил его судьбу. Боярский замечательный актер, снимался в огромном количестве фильмов. А самая знаменитая его роль все равно Д'Артаньян. Да, и все.
Вот опять-таки ей приходилось рисовать и писать пейзажи, потому что там должна быть средневековая Франция, да? Насколько я знаю, это где-то... А 17 век. Это на Украине было. Это же было в строю где-то там, да? А, нет, снимали «Три мушкетера» Львов. В Ужгороде. Львов, да, да, эти места, да. Я что-то в Прибалтике решил. Точно. Потом Прибалтики 20 лет спустя, да, было и Прибалтики. Ну, то есть, ну, знаю. Полный, вот весь, она сделала весь цикл 20 лет спустя, «Вико де Браджелон» потом. Эти картины мы редко видим, они находятся в собственности режиссера частичной. Он вкладывал там свои деньги, поэтому какие-то вот эти имущественные дела не позволяют часто показывать по телевидению. А «Три мушкетера» можно почти каждый день рассматривать. Да, кстати, ведь художник кино, портрет, интерьер, принял, понятно, натюрморт, еще и костюм, да еще и исторический. Да, но дело в том, что художник кино – это еще руководитель большой группы художников. Это и гримеры, это и бутафория, декорации, костюмы. Мы руководим большим коллективом. Это ассистенты по игровому реквизиту, который должен быть и выразительным, и исторически точным. И главное, что художник в любом фильме – это единственный эксперт по достоверности времени. Никто больше, это его полная ответственность. Ни оператор не обязан разбираться в этом, ни глубоко режиссер. Потом редактор же подключается еще. Редакторы мало знают про это, скажем так честно. И, кстати, консультанты. У меня было множество консультантов по разным проблемам. И всегда заканчивалось тем, что я им рассказывал, как это было, а не наоборот. А Лариса тоже кончала в ГИК? Да, ага. Мы однокурсники с ней. Такая судьба. Ясно. То есть, вот если бы попытаться ответить на вопрос. Художественные вузы, скажем, Академия художеств и в ГИК художественный факультет. Есть какая-то принципиальная разница? Есть принципиальная разница. Я бы ее определил, насколько я знаю, и то, и другое хорошо. На самом деле, многие другие художественные вузы, во-первых, мои друзья там учились, многие наши одесские, сегодня знаменитые художники. Я бы сказал так, что у художника более живой ум, более подвижный. И многоплановое мышление, то, что называется. Ведь это специалист в широчайшей области. Это художник-универсал. Причем высочайшего класса. На самом деле, потому что это не просто понимание, то количество знаний, которые требуются для художника-постановщика, это человек-оркестр. Я же могу руководить и дизайнерской группой, что и строитель, да, и строительной группой. Мало того, я могу сказать, что я и архитектурой занимался, и занимаюсь. Есть дома, построенные по моим проектам. Архитектор тоже художник. Да, вот. И на самом деле, куда, за что ни возьмись, везде найдется работа для художника. Ведь историческое точного нет такого понятия, точное следование вот историческим фактам. Есть типичное, когда ты настолько изучаешь время, что ты в нем живешь и можешь свободно вносить туда предметы, которые, может быть, там их и не было, но они могли быть. Это связано с технологией вообще человеческой жизни, на самом деле. Простые вещи, как отапливались, что ели, как спали, как грели свое жилье. Это очень важно. И одевались соответствующим образом, как выглядели, какова медицина была и так далее. Это все создает вот этот вот неповторимый точный образ времени. Но живописец, вот он свободный художник, что называется. Кстати, я не знаю, как сейчас, до революции в Царской России даже в переписи населения была такая графа «свободные художники». Кто-то, как... Но у меня в дипломе написано, кстати, живопись, а специальность кино и телевидение. Вот. А ты и твои коллеги по ВГИКу, вы уже обрекали себя на несвободу, потому что все равно вы были связаны с жесткой технологией кинематографа. Ну, технология, я бы так сказал, это не стенка. На самом деле фантазия и приспособляемость высочайших художников, кинохудожников к обстоятельствам, к реальным, это одна из специфик работы. Мы прежде всего, когда приходим куда-нибудь на площадку, вот строим декорации, первое, что мы смотрим, это все свалки вокруг. Почему? Это живые фактуры из жизни. Их очень трудно подделывать, но их легко использовать, если это грамотно сделано, если ты знаешь время. Мы все это знаем, поэтому художники, это кинохудожники, это еще и мусорщики. Мало того, что не подбирайте в реквизиторскую, тащит все, что давно никому не надо. Ясно. Поскольку мы говорим сейчас все-таки применительно к юбиляру,
60-летнему телевидению. Давайте, Александр Витальевич, с вами пригласим зрителей буквально на минутку-полторы переключиться, вернуться с помощью вот безупречной памяти нашего видеомагнитофона в те времена, когда вот здесь, на этом самом месте, в черно-белом варианте, еще не цветном, снимались вот такие вещи. И я уверен, что ты в детстве это тоже видел. Пожалуйста. Такое море и такой вечер могут быть, конечно, только в мае и только в Одессе. Стоять по местам. Отдать якорь. Пожалуйста. При луне яркое свечение. Даже бриз между брызг воду серебрит. Плаваю на море, будто с ночью с моря. Ты лукаво улыбаясь, над волой висит. Над кормой бьет прибой, волны пир сладкают. Ты причем задыхал точками огней. Песня мчится белокрылой птицей. Да. Ну, вот тоже эффект, черно-белый, да? А сколько цвета там в нем? Я бы еще проиграл бы, если бы он был снят на современном. Безусловно, потому что мера условности сдвоена здесь, цвета нет. А мера условности, как видишь, очень высокая. Вот, я просто тебе сказал, вот, зрители, чтобы знали, когда мы просматривали этот кусочек, я сказал, что на самом деле вот это иностранное телевидение мало чем отличалось от этого. Я изучал это время, мне приходилось смотреть. Надо было раньше все-таки... По уровню вот этого изображения. Сейчас они перешли вообще на простейшие вещи уже совсем. Они снимают даже не в павильонах, они снимают в интерьерах современных зданий. Это модно. Сейчас как бы такая свобода и освобожденность от стен специальных. Ну, это следующий этап, конечно. Вот этот конкретный эпизод остался в твоей памяти? Да, я его помню с детства. Помню, да. Полудра. А что еще? Вот давай поднапряжемся. Ты был маленьким, чуть старше. Какие передачи вот привлекали? Ну, вообще-то, если сказать честно, то зрители в основном привлекали, конечно, советские фильмы, которые были в программах. Ты знаешь, что вещание в 1958 году было 4 раза в неделю. И только в воскресенье была детская передача. В 56-м вообще один раз, потом два было, суббота-воскресенье. Ну, еще был потом первый когда погода. В среду появилось, это уже было что-то особенное. Да, да, да. Да, тем не менее, вот тебя что интересовало? Хотел. Или все ты смотрел? Я не смотрел точно спорт никогда. Меня не, и до сих пор. А футбол? Не, я абсолютно никогда не интересовался этим. Ну, а что припоминаешь? Но я припоминаю, когда футбол проходил в Одессе, то все трамваи 23-й и 1-й были обвешаны сверху донизу болельщиками. Это я помню. Ну, когда стали транслировать по ПТС, да, поменьше уже было стало, легче, да, немножко. Да. А вот тебя что привлекало? Тебя, людей, которые с тобой были рядом?
Мне как развлекательные, просветительные, что патетические. Просветительных тогда не было на самом деле таких вот, не было возможности, видимо, показывать. Меня только кино привлекало. Я говорю откровенно, как есть. Киношка. Да, мне нравилось. Нет, я вот как ни странно, я очень люблю и до сих пор, конечно, не знаю почему, я очень люблю оперное пение, вокал. Это мне нравилось. И сейчас нравится. Я смотрю все передачи, связанные с вокалом вот оперным. Ну, я страшно тоже завидую этим людям, у которых есть голос. Телевидение сначала дружило с оперниками. Они да, потому что да, достаточно статуарно, легко светить, они хорошо смотрятся на экране, это красиво. Ну, дружили-то и с оперетто, там же дивертисментик, там да. Декольте, рука в три четверти, все. Это не привлекало. Это Лариса любит у меня, любит очень оперетто, она обожает оперетто, на самом деле, очень хорошо ее знает. Она ей смотрит нравится телевизор? Да. Ну, передай привет. А сейчас я не знаю. Я не знаю, даже есть ли у нас этот канал, поскольку у нас кабельное телевидение. Вот, и мы найдем, конечно, эту передачу. Кабель это позже будет передавать. Да, наверное. Вот на зеленом фургоне ты не работал, да? Там нет. Миша Кац работал. Я знаю историю создания этого зеленого фургона. Дело в том, что можно интересное рассказать про это. Надо только сказать, что вас объединяет все-таки режиссер, потому что ты постоянно работал. Да, с Шуриком я работал много. А картин, он да. сотворил зеленый фургон? Да, да. Это на самом деле проект был Владимира Высоцкого. Он делал на телевидении, делал зеленый фургон на радиоспектакль. Очень хороший спектакль, кстати, оттуда и знаменитая песня. «Может жизнь погибель мне готовит, солнце луч блеснет на небе редко, дорогая ведь ворон не ловит, только соловьи сидят по клеткам». Я помню оттуда даже из этого песня есть. И он готовился на детской студии, когда, кстати сказать, он работал с Говорухиным «Место встречи изменить нельзя». У них была такая договоренность, что Слава будет его учить режиссуре, даст ему возможность практиковаться, он дал эту возможность. Он даже уезжал, Славик, а съемки шли. Вот. И готовился как раз сценарий «Зеленого фургона». Он должен был на детской студии поставить «Зеленый фургон», но смерть оборвала эти планы. Моя Лариса даже с ним разговаривала, они должны были... Были предварительные договоренности о том, что она будет художником фильма. И Шуря Павловский как бы в память о великом, действительно уважаемом поэте и барде. Вот он снял эту картину. Снял, по-моему, очень удачно, картина прекрасная. Мы знаем еще предыдущую постановку из «Зеленого фургона». Это Габая, черно-белый? Да, 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 да. Да, ну вот то, что это знамя, которое, образно по-советски выражаясь, выпало из рук человека, именем которого названа даже звезда на звездных картах мира, и подхвачено было именно Павловским, хотя были варианты, говорит тоже об оценке его режиссерского таланта и мастерства. Да, Шурик вообще очень хороший комедиограф и режиссер прекрасный. И, на мой взгляд, он и сейчас успешно, кстати, снимает на Москве, правда, но он работает. Только еще вдали от наших берегов. Да? Да, но он переехал туда давно уже, еще до всяких этих. Вот. Ну, давайте посмотрим фрагментик. Он очень яркий. Художником-постановщиком был Михаил Кац, который тесно связан со студией телевидения, потому что он начинал здесь. Да, работать. Я знаю, он работал художником на этой студии. Декоратором, бутафором, да. Все, потом перешел на киностудию и осуществил вот такую постановку как художник. Вот небольшой, очень достаточно яркий эпизод, мне кажется. «Живая вода из святых мест лечит от всех болезней. Живая вода из святых мест лечит от всех болезней. Подходи, служивый, ага. Попробуй. Ну-ну-ну-ну. Никакая пуля не возьмет. Ага. А де ж ти такий істочник знаходиться, якщо не секрет? Кисяк, кисяк. От ти диви, яке горе случилось. І коли ж це він ісяк, а? Давно, солдатик, ісяк. Давно, значить? Давно. Как только антихрист прийшов, сразу же ісяк. Ага, в 17-му году, наверно? В 17-му, 17-му. А ну, підожди. О, це такий істочник. О, це так жива вода, а? Мертва підніме, правда? Ну, чого став? Проходь, проходь. Так, освячую. Конфісковано. Ой, туди він несе. І оце ваш істочник, поняв? Та що? Ну, кінця-то концовка, да, мені вже... Чортов замок, ну, дивіться,
Граждане спекулянты, вещественные доказательства складывать вон на ту полочку. Так, про что организовано? Вы ничего меня не прятать? Все... Это было предварительно все нарисовано. Вот эти все детали и эта атмосфера должна была... Честно говоря, я не видел эскизов Каца к этой картине, поэтому не могу ничего сказать. Но, скорее всего, все это было продумано. Зная, насколько Миша был человеком как бы ответственным и тщательно подходящим к своим вот этим задачам, я знаю, что Шурик очень хорошо к нему относился и считал его настоящим как бы соавтором, по крайней мере, в изображении. Ты знаешь, и Миша потом уже был режиссером стал. Да, и он мыслил как режиссер. Да, причем хорошие очень картины на библейские как бы, темы. Вот, и они мне нравились по изображению. Там прекрасный оператор у него, Валерий Махнев. Вот обычно все-таки, если кто выходит в режиссер или из режиссеров, то это прежде всего операторы-постановщики. Ну, вот тот же Вадим Васильевич Костроменко, да, он же классный был оператор-постановщик. Да, да, известный. Да, да. Вот что-то тесное, он стал режиссером классным. Вот. А ну, актеры иногда, да, вот как Высоцкий хотел вытянуть. А вот художники в режиссеры не выходят. Ну, почему? Вот у тебя была такая тенденция? У меня не было. Меня предлагали, кстати сказать, неоднократно. Я сказал, нет, я не хочу. Но это все-таки другая немножко профессия, она другой цех. Ты знаешь, я уверен, что если бы я этим занимался, у меня бы получилось. Но я не ставил при себе такой задачи. Это соблазн большой на самом деле. Большой соблазн. Не знаю, почему-то я подумал, что нет, я не хочу. Я не могу. Вот там очень тяжелый момент как бы предварительной работы, согласования сценарного материала. Вот эти бесконечные редакции и тому подобное. Я не хотел с этим связываться. Кстати, Шура... Павловский ведь на каком фильме «Инфаркция» заработал? Вот так вот. Это было при мне буквально. Подожди, что это снимали? Сейчас я скажу, что это было «Светлая личность». Да, «Светлая личность». На «Светлой личности». А ты был художником там? Да, тоже, да, да. И он залил это больницу. Было при мне прямо, да, буквально. Да. Ему стало плохо. И я, собственно говоря, мы и вызвали скорую помощь. И а зритель, когда смотрит мультик, фильм, думает, ну так дурака валяют. Да. Ходите, поваляйте дурака. Там, кстати, был снят, по-моему, первый такой клип «Копакабана». «Копакабана». Первый советский такой клип. Мы очень интересно работали над ним. Дело в том, что ты знаешь, какой там звездный состав был актеров. Караченцев там был. Да, там вообще Галина Польская, Караченцев, там Коля, Миша Светин и так далее. Там огромный, то есть состав таких актеров, которые свести просто, они театральные многие. Кстати, они из фильма «Фильм» Павловского. Он всегда, они охотно у него снимались, да. Как его, Александр, ну, неважно. Вот, и надо было снять огромное количество кадров за 2 дня. Все, больше никто времени не давал. Мы с ним сели в павильоне Шуриком. И покадрово расписали, ну, каждый кадр. И мы таки сняли за 2 дня. Там перестановок кадров очень много. Там динамика вообще, там даже эклектика какая-то изобразительная. Да, там вообще. Я помню, как я... Коллаж какой-то. Да, я придумал даже такую историю. Представляешь, когда открывается книжный шкаф, то есть с делами там в клопе, и оттуда выходит военный оркестр. Это вообще из шкафа. Капакабана. Да, да. Капакабана. Да, марш. Да. Скажи, пожалуйста, Александр Витальевич, вот сейчас ты профессор очень своеобразной кафедры в нашем вузе. Вот, я говорю нашем, потому что я тоже там подвязаюсь. Да. Ну, вот. Дизайна. Это, насколько это близко и насколько это все-таки отдельно стоит от того, чему ты учился и над чем ты работал? Абсолютно не отдельно. Именно потому, что дизайнерская профессия – это тоже специалист-универсал. Это человек, который занимается художественным проектированием. А кинохудожник именно этим и занимается, художественным проектированием. Но это ближе, это, может быть, близко. К сценографии. Да, близко, да. Близко. Да. На самом деле, вот простая, я всем говорю эту простую фразу. Оглянитесь вокруг. Нет ни одного предмета, в создании которого бы не участвовал художник. Ни одного. Оглянись вокруг. Вот.
Вот и весь ответ на вопрос. Нужна эта профессия или нет? Чем они занимаются? Ну, была бы не нужна, она бы не появилась. Это одна из самых динамично развивающихся профессий вообще в мире. И самая уважаемая, на самом деле. Но ведь у нас даже слово «дизайн», оно все еще относительно свежее. Потому что когда оно появилось у нас? Этим же никто не занимался. Делали какие-то вещи? Нет, у нас это называлось техническая эстетика раньше. Боялись всех. Ну, тоже где-то в 70-е уже она появилась. Конструктор Яковлев, он чудесную книгу написал «Цель жизни», он там писал, что его, значит, вызвал Сталин к себе и разругал, потому что ему капнули, что он там себе в КБ завел сектор вот такой по, ну, как бы мы сказали, дизайну самолета, а этим никто не занимался, конструкторы конструировали дело. Да. И вроде бы, если не врет, он ответил ему, что товарищ Сталин, я убежден, что некрасивый самолет не полетит. Да, там есть вообще такая история, говорят, что все, что хорошо спроектировано, уже само по себе будет красиво. Но это связано, кстати, с комплексной задачей, на самом деле. Решается это комплексно. Я хочу сказать, что я имею непосредственное отношение теперь к телевидению, поскольку еще недавно у меня была совместная кафедра с кино и телевидением. Мы открыли это направление и обучаем у нас, наконец, в Одессе. МГУ или в Одессе? МГУ. Впервые в Одессе есть такое высшее образование, связанное с кино и с телевидением. Это режиссеры, операторы. Ты там преподаешь, поэтому ты должен уже знать об этом. Даже доцент. Даже доцент. Да. Вот. Поэтому я имею прямое касательство. Я вообще считаю, что одну из каких-то интересных функций вот я в этой жизни выполнил именно благодаря педагогике. Я никогда не думал. Во-первых, первая школа. Высшие, сертифицированные по четвертой категории, как положено, дизайна в Одессе. Всегда учились в Киеве, в Харькове. Теперь юг нашей страны абсолютно, как бы, мы его накрыли. К нам приезжают люди очень много из других городов, с Одесской области, с других, просто с других областей даже. Вот, и это, я считаю, что это большой успех и заслуга МГУ. Сколько народу приходит на занятия, честно? Зритель свой человек. Ты имеешь в виду посещаемость? Да. По-разному, это зависит от курсов. Но это будущие дизайнеры, да? У нас очень многие работают, я открою такой секрет. Ну, понятно. Они же это говорит о том, что... Нет, это говорит о том, что они способны найти работу и по специальности. 25% где-то к четвертому курсу уже работает. Я это к тому, что вот насколько у нас, на наших непритязательных берегах, это востребовано, насколько молодежь тянется к этому. Так, я бы так не рассуждал. Почему? Потому что на самом деле те люди, которые занимаются бизнесом, я имею в виду хозяева тех предприятий, на которых они работают, они просто не имели возможности брать дизайнеров такого уровня. И наверняка они в работе своей и в прибыли почувствуют разницу. И чувствуют ее. У них появилась перспектива. Кроме того, я всегда говорю, мы не готовим дизайнеров только для Одессы и Одесской области. Это люди, которые потом расходятся по всему миру. Уже многие наши выпускники и учатся за границей, и работают за границей. Это обидно, что во всем мире им находится занятие, а в Одессе и в Одесской области. А мы заботимся об одесситах. Я хочу тебе сказать, прежде всего, в Одессе есть хорошая традиция. Что бы ни случилось, одесские папы, мамы учат своих детей. Это наша традиция, это слава. Да, больше на скрипочке, конечно. Но дай бог дизайн. Я это к тому, что ведь... В телевидении дизайн, хотя нет у нас в штате такого человека, к сожалению, он ведь совершенно необходим. Потому что это вот та самая организация пространства, которая не меньше влияет на настроение потребителя нашего. У нас это называется дизайн интерактивных средств массовых коммуникаций. Так долго, длинно. Вот, потому что это тоже, так сказать, формирует и мироощущение зрителя, потребителя нашего и прочее. Ну, где-то минутку нам дают еще, да, Юля? Есть у нас минуточка? Молчание, знак согласия. А? И тишина. Знак, значит, согласен, режиссер, на минутку. Будем прощаться. Спасибо, что вырвался. Я знаю, что это непросто. Не получилось у Ларисы, я знаю, прийти. Давай придумаем что-нибудь такое, чтобы зритель запомнил эти последние на данном этапе слова. Я уверен, что когда-нибудь все будет хорошо. А точнее... Точнее, я не могу назвать даты. Сейчас время, я тебе говорил, время разочарования в будущем. Это не касается только нашей страны, это касается мира в целом. Есть какая-то неуверенность. Это постмодернизм,
который возвращает и отрезвит, в конце концов, весь мир, я считаю. О, вот это как раз подъем градуса, да? Потому что получилось несколько мрачновато, мрачновато для финала. А на Державном Толмачении принято, что так, там уже будут и за упокой, а на Патриции за здравие. Шановні телеглядачі, вдячний вам. Налаштовуйтесь частіше на нашу хвилю, до ваших послуг творчої продукції моїх колег з державного телебачення, національного тепер. А що стосується персонально мене, як автора і ведучого, я буду вам вдячний, коли ви будете налаштовуватися на хвилю саме програм нашого публіциста. Ввечері в суботу о 19-й черговий 106-й вже ГОПАК, гумористичний одеський професійний аматорський клуб. А у неділю о 15-й годині, будь ласка, беріть активну участь у роботі КОТА. Клубу одеських телеглядачів. Усіляких гараздів.